Здорово-здорово, дорогие друзья, с вами Булкин, добро пожаловать на продолжение прохождения игрушки Сталкер Тень Чистого Неба. Чистое небо, тень Булкина, короче, чистый пацан, короче, ребят, вы поняли. А, значит, я вот сейчас, вот знаете, вот я понимаю, что... Да, подкрученный перц. Короче, ребят, я понимаю, знаете, что меня единственное, что радует, вот реально единственное, что радует, что все-таки... Башка in my бошка, как говорится, это. Я немножко начал включать голову, и хорошо, что я не купил у Ашота этот ебучий бронежилет, потому что, друзья, вы написали мне в комментариях, что можно немножечко схитрить. Так вот, ребят, если я сейчас зайду к Чехову, скажу ему: «Здрасте, блядь, это я», то, по идее, есть вариант. Проходи, сталкер. Здорово. Так, подожди. Я уже и не надеялся, так, получен... что ты согласишься помочь. В зоне-то народ больше сам за себя. В общем, я думаю, прищучили мы наемников здоровски. Тоннель, по которому они... Кстати, флешка, можно ее отдать сейчас будет, да, этому механику? Сравняют, чтобы даже мышь пролезть не могла. Но осадок, знаешь, остался. Кто-то ведь заказал нас наемникам. Ладно, это уже не твоя головная боль. Заказчиков сами искать будем. Так. Вот это от меня. Ну, вернее, от нас всех. Спасибо, братан. Ребят, короче, сейчас... Я смогу провернуть одну вещь. Если я все правильно понял из комментариев. Дело в том, что если я сейчас... Вот, я хочу влиться в свободу, достаточно я сделал. Сейчас нажму это. Если я сейчас вступлю в группировку свободы, то он должен мне дать бронежилет. Чё, пацаны? Вступать в клан, блядь, ради выгоды своей? Такое, блядь. Ну а чё? Нет, ну а чё я буду свои бабки? Так, значит, однозначно, черт его знает, сколько бы наших полегло, если бы не ты. Но принять тебя в наши ряды я сейчас не... Ну такое, блядь! Волос аж какой-то во рту заспаунился после такого. Ну ладно, ладно, так, хорошо, значит, не получится, ну, да? Все, поговорили. Теперь за дело. Бля, то есть мне получается как минимум... Да, так, подожди, стоп, а... Приветствую! А что, я мало сделал, что ли, я не понимаю? Нет, братан, ну это как бы такое, если честно. Пиздец, ну просто удачи, кидалово, реально, на ровном месте. А чё, я реально, я для них столько всего понаделал уже, типа... Не, поначалу, конечно, я их принял не очень хорошо, вы помните, я хотел их там, блядь, это самое, при встрече сразу им, прописать там. Нормально, ну потом в итоге я это самое. Удержался же, сдержался, и все нормально. Так, братан, тебе же нужна эта флешка? Привет, пока, понял, тебе не нужна, что ли? В каком направлении силен? Подожди, что? Что полезного? Так, подожди, а, во. О, 6250! Не, к Чехову не зря заглянул, просто он... Ну пиздец, ну чё за херня, ну блин! Будут проблемы, пожелания, обращайся. Проблемы у меня в бабках, в смысле их 20 тысяч, но я не хочу покупать у Ашота броник за хрен знает сколько денег, если есть возможность вступить в свободу и... Может быть, подождите, может сейчас? Типа я помог его братану? И как бы, типа, это самое, принес флешку, которую он же мне отдал. Нет, ну мало ли, подождите, может, это так работает? Типа, я мало для них сделал, что ли? Я не понимаю, в смысле мало, блядь? Нормально для них? Здорово! Братан! Ну пусти меня к вам, блядь! Дай бронежилет, заебал ломаться! Все, поговорим. Чехов, блядь. Не Антон Павлович, конечно, но тем не менее. Ладно, так, F6 на всякий случай, мало ли, блядь, он еще передумает. Так, тогда... Бля, я не хочу покупать броник. Типа, если я знаю, что я, по идее, либо вот-вот могу вступить в свободу и получить броник, либо мало ли потом все-таки я что-то получу, конечно, это максимально, блядь, не, наверное, ну, типа, блядь, такое, реально. Ну, вы понимаете, да? То есть у меня бронежилет, как бы, состояние его, ну, типа, вообще пиздецовое. Бля, может его починить пока что? Ну, это хотя бы будет лучше, чем у Гандоши. Ну, бля, у меня просто самый максимально хуёвейший, блядь, броник. Так, подождите, у Ашота там сколько он стоит? Двенашку? Ну, бля, не, ну не, теперь я точно знаю, вот, вычитав, прочитав ваши комментарии, знаю, что есть шанс, чтобы... Здорово, приятель! Хочешь и разошь... Ой, бля... Только ты не обижайся. Слушай, а, деньги стоп. Не о, главные, вот он же, 12500. Да? Иди, дорогой. Ну, блядь, ну не, ну типа, ну тратить большую часть, точнее, не большую часть, ну да, большую часть своих денег... Бля, не... Не, пацаны, наверное, это очень глупо сейчас с моей стороны. Да и тут, блядь, очень сложно теперь. Я не знаю, хочется сэкономить, не хочется тратить, но при этом, блин, я понимаю, что... Ой, чё, пацаны, догоняем клыка на хреновом бронежилете? Ну, это тоже не самое умное, что можно было, в принципе, сделать. Не, ну вариантов-то у меня нет никаких же. Так, пацаны, я сейчас быстренько отвлекся, почитал еще комментарии и понял, что пока я не пройду миссию долго, я не смогу вступить в свободу.
Интересно, да, получается? Короче, получается, это будет не скоро, потому что мне еще надо будет... Короче, блядь, это я не знаю, что делать, а больше всего-то волнует мой вопрос по броне, как бы. Типа, с одной стороны, наверное, логично, что стоит, блядь, купить броню, да? Но это дорого, блядь, но это реально дорого. Типа, пока, ну, все на грани, на самом деле, потому что состояние броника хуёвое, он сам по себе хуёвый. Артефакты я, короче, не ищу, потому что... А почему я их не ищу? Потому что это, блядь... Потому что сейчас буду искать их. Короче, ребят, идем дальше, значит, надо догонять клыка. Идем, соответственно, в локацию вот эту вот, которая называется как бы свалка тут, да, получается, не свалка, а как она, как там, блядь, сигналом, ну, короче, пока он где-то тут, типа, должен быть, блядь, чё я так, блядь, ёбаный в рот, темно, пиздец, блядь, ёбаный, блядь, хуярит пиздец, ну-ка, может, сделаем вот так вот, тихо, что-то ебашит жестко вообще, чё. Аккуратненько. Бля, костюм крайне хуёвый. Просто максимально хуёвый костюм. Нихуяшеньки не видно вообще. Ебаные толчки. Бля, чё так его ебашит-то, блядь? Хуёвенько, блядь. Так, тихо. Всё, вот здесь вот я проходил, всё нормально. Так, пацаны, я свой это самое. Скоро вступлю к вам, наверное. А может быть не вступлю, потому что бронежилет-то мне нужен сейчас, а потом мне не нужен будет. Чё, пацаны, у вас тут нету? Ты не аномальный пацан? Ну-ка, давай хотя проверим детектором, блядь. Детектор лжи. Так, ладно, пацаны, скоро вернусь. Клыка пошел догонять по следам, так сказать. Туда-сюда, блядь, бегаю. Ищу этого клыкастого, блядь, а он все от меня прячется. Ну ладно. Так что, клык это в итоге не окажется ли этот? Шустрый. Фу, блядь, шустрый. Как его зовут-то, блядь, этот? Меченый его. Не? Просто у меня, помните, первое подозрение было, что типа это и есть как бы из прошлого этот самый Меченый стрелок. Ну, видимо, нет. Ну ладно. Так! Угу. Достану-ка я прибор. Нажму F6 на всякий случай. Так, значит, ну чё, здесь поспокойнее остановочка. Давайте откроем карту. Ага, тут у нас мутант. Мутант, блядь, не проблема. Мутант это не самая главная проблема. Пацаны, клыка не видели? Клыкастого. Бля, самое время на гитаре, блядь, побринчать, постоять всемиром. А, чувствую, сейчас будет что-то веселое, блядь. Так, ух ты, бля. Тут что-то ебашит. Надо обойти. Тихо. Бля, кабанчики. Ебать их сколько тут, а я бегать не могу. Блядь. Заебись! Пистолет с глушителем, блядь, который клинит. Тихо. Клык! Клыкастый пацан, ты где? Ой, нифига, тут тоже какие-то пацаны, смотрите, торговцы, улучшатели, механики, все, блядь, телепортаторы, все тут собрались. Здорово! Это клык? Клык! Где клык? Бля, охуенная история, клыка не видели? Че, сверху, что ли? Второй новичок возвращается. У меня такое ощущение, что его здесь нет. Блять, чуть не упал! Вообще он снизу, по-моему. У кровососа правое яйцо в сторону. Тварь, значит, от боли ревет, но по дереву дальше. Он что, может он труп, блядь? Может он снизу где-то лежит? Блять, че вы пиздите все? Да, блядь, пушка, не машу, я клыка ищу, ебаный в рот, блядь. Клыку, может, пизда настала. Клык, ты где? Клык! В толчке? Ебать. Ёптыть, отличный подвал. А сталкеры один за другим шо дурные прут. Чё им тут медом помазано? Да, мля. Жалко, что тот урод смылся. Ай, хер с ним. Прибыток сбросил и нормально. Ага. Короче, хапаем самое ценное. Блять, вот меня и ограбили нахуй. Я уже про это забыл. Помните, две серии назад я... Да? Чего? Блять! Сука, я забыл про эту хуйню! Так они все спиздили, они не только бабки спиздили! Нет, я помню, что в комментариях кто-то писал, что мне вернут, но я думаю, что деньги-то мне не вернут. Вернут, наверное, то, что у меня было с собой. То есть, соответственно, я мог потратить деньги на броник, блять. И мне бы мой броник и вернули. Я правильно понимаю, что мне сейчас вернут мое, как бы, имущество, мои вещи, но деньги не вернут. И что я, блядь, должен делать? Что это? Охуенно! Клык, ситуация изменилась. Кто-то узнал, что мы были в центре зоны и открыл сезон охоты на нас. Надо действовать как можно быстрее. Подробный план найдешь в тайнике. Блядь. Блядь, ёбаный клык! Информация с ПДА клыка подтверждена.
Операции не прекратятся, пока дорога в центр зоны снова не станет тайной. Теперь только так. Либо мы уничтожаем этих сталкеров, либо зона новыми выбросами уничтожает все живое внутри периметра, а то и дальше. Ясное дело, будет лучше, если мы справимся первыми. Но для этого нужно поспешить. В ПДА Клыка... Ёбаный Клык, да нахуй он мне уже сдался, блядь, этот клыкастый черт, блядь, из-за него одни проблемы, блядь. Охуенная история просто, блядь. Одна охуительней другой, блядь. Так, карта. Найти тайник группы сталкеров. Типа теперь... И чё, я должен сейчас пистолетом бежать, блядь, туда? Так мне же вернуть должны были все. 20, сука, тысяч рублей! Вернуть свои вещи. А где мои вещи, блядь? А. Нет, так, блядь, тогда другой разговор. Так, подождите, подождите. Это я согласен. Вернуть свои вещи, это, блядь... Так, по белой стрелочке, то есть вот это вот сюда, да, получается? Ха, так, спокуха. Ну только походу бабло-то мне реально не вернут, я вещи верну. Ну блядь, ну какого хуя я реально именно, блядь, вот. Если мне реально бабки не вернут, я в ахуе сейчас буду. Если мне сейчас вернут этот ебаный мой бронежилет, это будет полный пиздец вообще. Это будет, это, блядь, провал, блядь, будет вообще, полнейший нахуй. Сука, F6 на всякий случай. Ну это пиздец, это даже не смешно на самом деле. Я все-таки рассчитываю на то, что как бы это самое. Бабки тоже там как-то будут лежать, хотя они физически не могут валяться где-то, ну, как бы на земле, я так понимаю. Блять, сука, 20 косарей, блять! Я реально лучше бы Ашота купил эту. Блять, так, и чё? Ну, заебись. Пацаны, нахуя вы спрятали мои вещи, блять? Сюда иди, блять. Охуенный разброс, ебический просто, блядь. Блядь, они, сука, бронированные, что ли? Нихуя не видно ночью еще. Блядь! Ау! С автоматами, суки! Какое нахуй яблочко? Ну хедшот поставь, блядь! Ай! Блядь, нихуя себе они творят, чё черти, блядь! Они кидают их, пиздец, как... Да ну нахуй, F7! Сука, реально, вы понимаете, я мог потратить деньги, если там сейчас реально будет, будут мои вещи без бабла, я охуею. И я не собираюсь переигрывать, потому что чисто мой косяк по, как бы, мере игры. Я вообще об этом не мог же знать, правильно? Вообще, изначально-то про то, что меня грабанут. Причем, сука, я знал и забыл, блядь, вообще. Типа, знаете, как будто, а может я прошел вообще этот момент, и меня это не коснулось, блядь? Ага, не коснулось, блядь. Две серии назад об этом говорил, боялся, соковал, думал, куда там чего заранее спрятать. Спрятал в итоге, заебись. F6 на всякий случай. Бля, как их порешать-то, а? Блять, сука, у меня ни бинта, ни хуя, блять, ни... Да блять! Я не хочу с дамагом сейчас это все проходить, я хочу, чтобы аккуратно их порешал. Ну нормально, нормально, дамажил мальца. Чего, чего, блядь, я не хуесосина. Заебали, нихуя не закидывают нормально, да, грены, блядь? Причем они, сука, выжидают так, что они... Блядь, разброс ебический просто. Ну не то, что ебический, он, блядь, просто... Да блядь, да как, сука, мне вернуть вещи свои с этим ебаным пистолетиком, блядь, за 100 рублей? Кушай лимончик, падла. Блядь. Не докинет. Хуя себе они кидают реально эти гранаты, ебаные, блядь. Сука, самый хуёвый пистолет остался! Самый! Он прям... Он просто... Блять, он настолько уебанский, этот пистолет! Как, блядь, к ним подойти, чтобы им пизды дать нормально? Блять, хочешь... Только зажурчали... Тут как раз из темноты кровосос такой, как выскочит, как... Яблочко, блядь, они сидят спиной ко мне, я не могу, блядь, их угандошить. Чё за бред, блядь? Попиздили у меня вещички, блядь.
Всем похуй, да, что кто-то, блядь, с фонариком здесь, блядь? Я вот не вижу его голову. Не могут сесть. Так, один готов. F6. Где второй? Там? А. Вот это вот так и надо было. F6 на всякий случай уже, блядь, на всякий случай. Так. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Говно, колбаса, сыр, батон. Так. Это я заберу. А зачем мне хавчик-то? Нахуя я его взял, блядь? Съесть. Съем, блядь, батончик. Так. Куда они спрятали это все? О! Че? Где? А, здесь что ли? Бля. Сука, меня от самого себя трясет просто! Ну похуй, это моя ошибка, реально. Зато так получилось, ну, я реально, я клянусь вам, что я забыл. И как бы уже не стал про это. А можно, блядь, все забрать как-то быстрее, блядь? У меня столько говна, оказывается, было, пиздец. Блять, я смог просто, как бы, учитывая, что я все равно въебал все свои бабки, просто, блядь, максимальный долбоебизм с моей стороны. Максимальный, блядь. Просто максимальный. Я просто в ахуе, реально, это мягко говоря. Как можно было настолько, блядь, обосраться просто? Просто я лучше бы реально у Ашота купил бы. Пиздец. Можно я пистолет этот хуёвый выкину, блядь? Это, блядь, дичь. Пиздец, просто пиздец. Ну нахуя? Нахуя? Зачем? Просто зачем, блядь? Ладно, похуй уже. Я сам совершил эту ошибку, которую я и должен был. Ну, сука, меня обиднее, блядь, больше всего от того, что, сука, я об этом, блядь, типа, ну, должен был знать. Ну как, потому что я вычитал это в комментариях, как получился такой спойлер. Причем я думал, что это будет где-то на свалке, я помню из комментария, поэтому даже не подумал, что это типа здесь где-то. На свалке что-то там куда-то, типа, нужно будет в какое-то подземелье. А, ну здесь, в принципе, оно и было подземелье, блядь. О, аномалия. Че, пацаны? Музыка какая-то играет. Есть шанс на первый этот самый? О, нихуя. Пустой, блядь. Блядь, у них музыка эта играет охуенно. Так, не, подождите, стоп. Я постоянно путаю молнии с аномалиями. Ну это же я, блядь, я все на всякий случай. До этого-то хапнул уже радиации. Так, подождите, что сейчас будем под саундтрек, блядь, разбираться? Такое, блядь. Так, мне получается сейчас... Так, здесь ничего интересного нет? Пацаны, оригинал можно трек эту? А то у меня где-то есть, там в ремиксе чики-брики. А как это оригинал называется? А мне туда лучше не лезть, да, я так понимаю? Меня сожрут там. В пизду, блядь, я лучше обойду реально. 14 врагов, я понял, нормальная тема. Бля, сейчас будет замес. Сейчас будет замес, пацаны. Ебаные бандиты. Блять, что-то какой-то нихуя не бронебойный калаш. Ауч! Яблочко. Сейчас, блядь, я яблочки вам покидаю, блядь! Блять, нихуя. Та-р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 а. Сука, охуенный саундтрек, просто, блядь. Блять! Да заебали! Да ебаные, блядь! Они что, блядь, танкисты ебаные? Как они это делают-то вообще? Как можно так точно, блядь, кидать гранату? Что-то у меня такое ощущение, знаете, что чистое небо прям реально... Чистое небо прям реально, блядь, сложнее, чем... Тень Чернобыля, блядь. Так, ебаный бронежилет, с которым я попёрся, который я мог купить, самый прикол.
Они что, охуели? Сука! Ёбаный в рот. Вы видали эту хуйню? Там их до пизды просто. Да какой нахуй лимончик, блядь? То яблочко, то лимончик. Хорош, блядь. Опять докидывают, суки. Опять докидывают. Ебаные гранаты. Кто, блядь? Кто нахуй? Блядь, да что ты будешь делать? Одни проблемы, сука, на ровном месте. Тут мутанты, там, блядь, ебланы эти. Скушал, блядь? Суки, блядь, потанцовывают там под музычку, блядь. У меня броник хуёвый, чтобы воевать с вами. Бандисы, бандиты. F6. Все, нахуй, сдриснул отсюда. Пиздец, я короче, как только... А, хотел сказать, как только будет ближайший торговец, я куплю себе бронежилет. Сука, я все себе испортил. 20 косарей накопил, деньги въебал, остался с хуевым броником, блядь. Теперь мне только реально ждать, пока мне... Ну, я думаю, что игра должна как-то мне учитывать это. Ты какого черта здесь делаешь? А ну, давай сюда, пока мутанты не набежали. Здорово, пацаны. А вот, собственно, и долг подъехал, блядь. Пацаны, ща я уберу пушку, я знаю, вы не особо рады, когда это... Ну, привет. Ну ты даёшь, наёмник. Артур. Где твоя снаряга? Тут, знаешь, вообще-то опасно. А ты не хочешь мне дать? Без хорошего оружия и прочего никак. Монстры в последнее время совсем озверели. Дай, пожалуйста, броник. Так что мы готовы дружить со всеми, кто поможет в борьбе с... Пожалуйста. Если хочешь заработать, поговори с командованием на базе. Наш отряд как раз туда направляется. Держись с ребятами, целее будешь. Время дорого. У тебя ничего нету? Ладно, блядь. Ладно, пацаны, погнали. Ну чё, пацаны, погнали, нахуй! Так, чё у вас тут? Я как профи, можно сделаю вот так? Опа, аптека, сыр. Так, ну-ка. Да, блядь! Ух ты, блядь. Бинтик. Да что ты, блядь, его переместил-то? Чё, ничего больше? Пацаны, let's go, let's go! Окей, let's go! Так, F6, на всякий случай. P, смотрим, найти усовершенствование, это всё хуйня. Говорить с лидером долго. Что это было? Что такое? Бля, какая-то хуйня здесь. Неужели ослышалось? Приснилось! Приснилось, да, действительно, блядь. Я тоже этого не слышу совершенно. Кто? Что, ебанутый? По кому-то... По кому они стреляют, блядь? Ёбаный в рот! Ебать! Это чё за хуйня? Это, блядь, что сейчас было? Мне страшно, прикрой меня. Чё за ебатня, блядь? Пацаны, чё за хуйня? Кто-нибудь объяснит? Калаш, блядь. Остался. Вы видали, как его просто откинуло в сторону? Бля, такое, такое! Бей! Кого? Кого бить-то, блядь? А это что за хуйня? Тут что-то интересное должно лежать по-любому. Ух ты, бля, патроны надо... Это патроны нужны всегда. Ща, пацаны, догоню. Хуйня. Как профи. Так, нормально. Побежали, 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 пацаны, побежали. Бля, нихуя не во вход идут, смотрите. Чистые пацаны, чистые. Чтоб не палиться. Так, бегу, 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 бегу. Светает, это хорошо. Не люблю, когда ночь в играх. Так. Давай, 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 давай. Ой, дышат они, блядь. Лучше бронежилет кто-нибудь дал из вас мне, потому что у меня и так хуёвый, блядь. Мне в нем дышать и так... Чё такое? Опять эта хуйня. Это чё, эти вот эти хуесосы, да? Ну, какие-то злые хуесосы. Чё вы назад-то пошли сразу? Чё, я должен, что ли, первый идти? Сейчас гадюку возьму. Пацаны, я готов. Бьём хуесосов! Давай, 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 пошел, пошел, пошел. Сейчас я его загандошу, блядь. Ну кто там, блядь? Где он? Где, блядь? Хуесос, ты где? Ну, еще один где? О, ничего нет.
Бля, они что, реально боятся идти, пока я их не перегандошу, блядь? Бля, на ближний бой же рассчитан. О, бежит кто-то. Иди сюда. Да чего бояться, блядь? Вон, загандошил. Пойдем, пойдем! Отлично, противник разбит. Охуенно они мне помогают. Типа, блядь, чисто я должен, да, все делать. Они идут? Да пиздец, они медленные, пойду быстрее. Так, тут хуйня. Ага. Ой, бля. Так, нормально, свои, свои. Пацаны, мы идем! Ща эти догонят, блядь. Ну где они? А, они решили там остаться? Бля, охуенно просто, блядь. Просто, блядь, вообще 5 баллов. Обустроились, пацаны. Пацаны, я свой! Пацаны, я пацанам вашим помог! Пацаны! Привет! Пацаны! Ну, здорово! Здорово! Чё, как сам? Кто-нибудь бронежилет никто не отдаст мне, нет? Я, обычно тут все были против меня всегда. Ты кто? Как жизнь? А, ты телепортатор, блядь? Не, не надо. Так, пойдем дальше, пойдем дальше. Так, какой-то важный персонаж здесь есть. F6 на всякий случай, вдруг он меня ёбнет сейчас. Или ограбит, блядь. Так, чё, картишки? А, бармен местный. Здорово. О, колбаса. Да, колобок, блядь. Здорово, коль не шутишь. Здоровье и верно тут не помешает. По 3-4 атаки за ночь выдержать, это не с бабой на кровати курукаться, я понял. Так, что ты думаешь про исполнителя желаний? Ну, то, что он однозначно есть. Раз так, то хорошо бы к нему дорогу рассчитать. Только силами одного клана это очень вряд ли можно сделать. Если бы все кланы объединились, так нашли бы способ пройти через выжигатель. А так каждая группировка знает что-то. Только из-за вражды сдохнут, но информация не делится. Каждый за свой секрет держится. А если еще такой дебил с большой буквы «Д», как наш Митяй попадется, так вообще глухой номер. Один только Сидорович потихоньку собирает сведения, и упертый мужик ничего не скажет. Но опять же, это ведь Сидорович... Он за так ничего не отдаст. Так, что ты можешь мне предложить? Тайник мой. Сколько мне будет стоить? Что там лежит? Охуенные тайники, блядь. У меня, во-первых, нет денег, если что, так-то. Пиздец, блядь. А что у тебя есть? Я рад послушать тех, кому есть что рассказать. Охуенный, блядь. У тебя, конечно, тут запас, блядь, всего. Очень интересно, блядь. Да, да. Спасу, сейчас всех спасу, блядь. Один я всех и спасаю, блядь, в этой игре. Так, тут кто у нас? Это кто такой, блядь? Мужик! Блядь, я устал бегать уже. О, это что ты у нас еще? Торговец, да, получается? Митяй. А, вот и Митяй, собственно. Недобрый час занесло тебя к нам, да, тут настоящая война. Так, есть что-то особое в продаже? Ты совсем слепой? Да, для особо дарёных поясню. Поясняешь, ну видишь, что есть в продаже. Но тебе ни ЦУМ, ни ГУМ, ни супермаркет. Короче, понятно. А, есть что-то для меня? Извини, пока... А, ну в смысле, что ты мне можешь предложить? Знаю по записям одного сайта, так, поэтому хабар. Охуеть, что там лежит? Противорадиационные препараты. Бля, пиздец, ценники, я в ахуе просто. Я просто в ахуе. Ну, наконец-то. Да. Не густо, блядь. Самый прикол, что ни у кого из них броников нет. Ясно! Вас понял. Принял, блядь. Как обычно. Опа, энергетик. Так, броника, нихуя ты так оделся, бля, ебать, скафандр у тебя. Так, ну-ка, чё, местный механик, а где он? Не понял, блядь. В смысле, а чё его тут нет? Это его кабинет, а его тут нет? Это нормально? Или он тут? Хуй поймешь так по карте-то. Здесь, что ли? О, здорово, блядь! Тут посторожно, не ходил, иногда... Есть для меня какая-то работенка. Найти в совершенстве... ну, окей! Если что найду, то принесу! Так, там есть характеристики по своему, что это, да? Ты всегда такой многословный, до встречи, улучшить. Бля, мне вот прям реально... Не... А, мне денег-то нет улучшать. Я в ахуе просто. Я просто в ахуе, блядь. Вот реально, просто в ахуе, блядь, нахожусь. Спускаемся вниз. Идем теперь к нашему главному. Ой, блядь. Где ты, блядь, сидишь что-то, не понимаю. Снизу написано, еще ниже, блядь. Куда еще ниже-то? Где еще ниже спуститься? Где он, блядь, сидит, я не понимаю. Как к нему попасть? Время дорого. Время дорого-то, да, я согласен. Или он сверху все-таки? Блядь, нихуя по этому радару не появится. Сверху, что ли? Нет, снизу. Сверху. Снизу. Сверху. Ебать, он забрался, пиздец. А, знакомая, знакомая локейшн, знакомая, знакомая. Припомню, тут я что-то пизданул, блядь, за стрелка-то. Что, так, наемник? Здорово. Это проблемы? Не, у меня все заебись. Наемник.
Что мне нужно найти вход подземелья агропрома. Давно не видел никого, кто добровольно хотел бы спуститься вниз. Ты хоть знаешь, что тебя там ждет? Подземка как подземка, слышал, что там не должно быть особо опасно. Не должно быть особо опасно. Да. Все здорово изменилось после того, как мы решили обвалить один боковой тоннель. Видимо, переборщили со взрывчаткой. От взрыва рухнула часть стены, открылись проходы в какие-то новые пещеры. Мы и моргнуть не успели, как из этих нор хлынул поток тварей. Там наших ребят много. И что теперь? Я дал приказ завалить все выходы. На какое-то время это помогло, но мутанты начали рыть норы и вылезать наружу. А, мы эти сурки, блядь, ебаные. Мы не нору, как они роют другую и снова прут. Такое впечатление, что у них и есть... И как мне теперь попасть в подземелье? Я помогу тебе проникнуть вниз, но взамен попрошу тебя помочь нам. Ну-ка. На плане подземелья есть насосная станция. Она откачивает грунтовые воды. Если отключить насос и открыть шлюз резервуара... Я согласен. Так, затопить, короче, нахуй все так. Добраться... Сержант Наливайко, направляю к вам наемника. Он будет спускаться в подземелье. Ой, бля... Приказываю обеспечить ему проход к норе. Товарищ генерал, неужели нашелся кто-то, кто согласен туда лезть? Нашелся. Позаботься, чтобы у него хватило патронов. Наливайко. О, он меня обеспечит? Бля, сержант Наливайко этого не может броник дать какого-нибудь? Хотя бы, пожалуйста, по-братски, я прошу. Ну, блядь, ну я не могу. Чего с этим... Чего тебе, наемник? Да у меня нету денег, меня ограбили эти, блядь, гандоны, блядь, местные. Сука, я мог у Ашота купить броник за 12... Сука, ну как я с этим ебаным теперь бронежилетом голубого цвета буду проходить игру дальше, блядь? Проще вот реально, я не знаю, что, блядь, сейчас мне сделать. Ладно, похуй. Блядь, пиздец. Мне этому же точно нечего отдать, да, то, что меня просил? У меня там никакой информации, блядь. Что такое многословный? Ну, блядь, нехуй мне еще давать ему. Блядь, ну меня напрягает, это пиздец как напрягает, реально. Просто напрягает, блядь. Пиздец. Ну просто пиздец, реально, пацаны. Ну как можно было так проебаться? Мне это прям реально сейчас вот не по себе, блядь, становится. Бронежилет, естественно, здесь валяться нигде не будет. Естественно, это и так понятно. Я, конечно, пройду здесь, посмотрю, блядь, что у них тут. Антидот. Классно, блядь, конечно. О, какие классные, блядь, нихуя. Сталкер, блядь. Оружие за спину. Да пошел ты, блядь. Оружие за спину. Чё тут, нихуя нет? Блядь. Ну реально, как, блядь? Сука. Раздражает, блядь, реально, что проебался просто на ровном месте, блядь. Патроны, блядь, хоть что-то. Мне патроны-то сейчас дадут, это понятно. Еще КМ как-то хуёво начал стрелять, я не понимаю. Ладно, пошли. F6 на всякий случай. Ребят, ну это не смешно реально, потому что я как бы в ахуе. Вообще в полном. Так, гадюку нахер. Вот это. Ля-л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 я. Бронежилет у меня скоро, блядь, сдохнет, блядь, пиздец. Ля-л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 я. Никто новый не подгонит мне вообще. Аномалия какая-то, я вижу. Достану сейчас я быстренько вот эту хуйню. Нажму F6, потому что я перепутаю аномалию с другой хуйней. Вот это что, блядь? Пип-пип-пип-пип. Перепутал, блядь, опять вот это. Как вот отличить вот эту хуйню светящуюся от этой молнии, блядь? И где из них вот аномалии? Не пищит, значит, не хуй лезь. Все, Саня, заруби себе на носу. Просто достал. Не пищит. Блять, да заебала эта хуйня ебаная на метеоритной станции здесь. Так, сейчас аккуратненько, все нормально, сейчас все будет. Так. Все. О! Прохожу. Где пройти? Здесь везде хуярят, смотрите, здесь везде хуярят эта хуйня. Так, прошел. Хочешь, у меня хуёвый костюм все-таки просто. Опа. Бля. Пацаны, опять лезут, да? Бля, давайте, 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 мне патроны жалко. Ладно, похуй, похуй, помогу, помогу. Бля, минус один. Бля, ладно, ладно, ладно. Ебать там хуёво пацанам. Бля, всех положили, нихуя себе. Пиздец. Да ёбаный разрыв, блядь! Сейчас у меня разорвет, блядь!
Пиздец, пиздец, пиздец! Броника нет? Так, они мне патроны должны были дать. Это ничего страшного, если они мне не дали патроны? Обеспечь патронами, блядь. Только пиздеть, блядь, они могут, что обеспечат, обеспечат. Никто не обеспечил, блядь. Полегли, блядь, меня не дождались. Хлеб возьму хотя бы. А, вот еще патроны. Я не знаю, почему там было сказано так про патроны. У меня, конечно, они есть. Может быть, этого недостаточно, блядь, конечно. Фух, F6 на всякий случай. Ну, пиздец. Что я могу сказать? Сейчас, походу, будет жопа, блядь. Полнейшая такая прям. Жопец такой прям будет сейчас. Вот прям, блядь. Спокойно. Так. Это генерал Крылов. Не расслабляйся. Подземка кишит мутантами. Понял. Согласно плану, блок управления насосной станции находится уровнем выше тебя. Угу. Передаю точные координаты. Осторожней там. А, блядь, опять эта хуйня ебаная пошла. Так, короче. Затопить подземелье. Там все нормально, да? Все пизда. Ебаные эти, блядь, сурки! Да заебал у меня разрыв хуёвый, блядь! Разрыв моего очка, сука! В бронежилете! Это генерал, блядь, да! Генерал, блядь, говорит! Кишит, блядь! Да похую, блядь, бегу! Где сурок ебаный? Получил! Да заебал разрыв хуёвый у меня! Где? Заебал! Прописал чит-код, блядь. Кто следующий, блядь? Пиздец, это просто пиздец. Пизда. Как же заебали эти сурки, блядь. Электромагнитные. Сейчас опять кто-то вылезет, блядь. Раз, два, три, иди сюда. Не долетел, блядь. Пизда моему бронежилету. Я наверх, мне похуй. Давай, F6 на всякий случай. Фу, блядь. Здесь должно... Нихуя себе! Слушайте, меня пугает на самом деле, что меня тут так готовят, блядь, перед этим всем делом. Походу, здесь реально сейчас будет нешуточная хуйня. Так, тогда нужен калаш. Нужен калаш, потому что патронов для него много. Че, пиздец сейчас, да? Блядь, уничтожить мутантов. Где они? Критический уровень что-то... Сука, нет! Ну нет, 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 ну не этот только, который на охуенном зуме, ну пожалуйста. Ну пиздец. Это пиздец. А мне пизда здесь. Я здесь ловлю вообще пиздец какие-то, блядь. Как это пройти? Вы помните? Вы помните, как я с этим броником это пройду? Никак вообще. Да. Антидот? Нахуя они мне здесь вообще нужен? Все, это пиздец, это смерть, блядь. Я в болото нахуй упал. Все, пизда, это ГГ. Прошел игру. Все, это конец, блядь. Я не знаю, как его уничтожить. Он сейчас меня заебет по полной программе. Заебал, блядь! Да блядь! Только гранатами его уничтожать! Вы помните, как я тогда заебался по нему стрелять? Он вообще ему похую!
Какая граната пища-то вообще? У меня их две. Да похуй, нормально и так. Сейчас я, короче, закидаю его. Это реально единственный способ, блядь. Да заебал ты падать уже, блядь, в эту хуйню, блядь, засасывает, сука! Блядь! Сейчас я закидаю его, блядь. Заебал он меня, реально, заебал! Все, ебанет сейчас! Блядь, да ебаный в рот! Сука. Да умри ты уже, блядь, а! Хватит! Есть! Мне нихуя не нужно! Да выключать-то что там выключить надо? Нажимай кнопочку! Нажимай пропеллер! Внимание, покиньте зону! Еблысь, тулюсь! У меня пизда, бронежилет вообще хуёвый! Калаш! Блядь, где я? Беги! Беги! Затопит нахуй! Хуя какая-то хэдкрабы, блядь! Ёбаный в рот! Ай! Блядь! Пиздец! Успел? Фу, блядь! Да, наемник, сработана была. Тоннель затоплен. Так что теперь нам будет полегче. Подожди, полегче, блядь, куда идти-то? А, тут еще и эти есть, блядь. Бля, у меня броник, посмотрите, его просто нет. Блядь, это хуярит со всех сторон. Награда у Крылова. Ага, найти тайник группы сталкеров. Ага. Ага. А тайник группы сталкеров где находится? Тут вообще полная пизда начинается. Это уже не шуточки, блядь. F6 на всякий случай. О, бля! Блядь. Да и ничего, блядь. Опа! Всем привет, это Стрелок. О! Никак не ожидал, что доктор сумеет... Я не слышу. Призрак со стрелком. Так что остается один вариант. Иди через выжигатель. Я направляюсь к Сахару за одной штукой, которая поможет нам сохранить свои мозги и ценности. Ждите меня на военных складах. Короче, стрелок. Говорит Лебедев. Переписка из тайника многое проясняет. Теперь мы знаем, что в центре зоны побывала группа стрелка. Мало того, они готовят второй поход в центр зоны. Если у них получится задуманное, то случится второй большой выброс. Мощность на этот раз будет такая, что все живое погибнет, а зона перейдет в абсолютно нестабильное состояние. Этого нельзя допустить. Стрелок ушел на янтарь. Ты ближе всего к нему, поэтому попробуй перехватить. Короче, теперь вот. Короче, стрелок, клык это и призрак со стрелком. Все, понял. Теперь, короче,
надо пиздануть, блядь, этого стрелка ебаного. Ну, в смысле, пиздануть, а перехватить. Но я думаю, что нихуя не получится, как обычно. Так. Блядь. Чики-брики, ёпти, блядь. Сука, броника нет нихуя. Ай, блядь! Сука, перехватывают. Пиздец. Нихуя. Нет, блядь! Пиздец. Пиздец. Сука, шумит это, блядь, водопровод ебаный. Заебал меня он уже. Броник нужен, блядь! Никого нет. Фу, блядь, а. Это пиздец. Баш F6. Хуйня летает это, блядь. Ай, блядь. Эти сурки. Ну, я знаю, что это не сурки, но просто это сурки. Блядь. Да иди по коробкам, блядь. Броника нет. Да иди, блядь. Давай, давай. У-у-у! Да. Ебать там шумно, а. Я чуть не оглох. Фу, выбрался, блядь. Ой, хорошо как, а? Как хорошо. Так, что там у нас? Ага. Значит, получить награду, поговорить с Сахаром. Бля, уже к Сахару надо пиздохать. Да-да? Так, ладно, нам нужно сначала дойти до своих пацанов. Ну, точнее, до Долга. Где они, тут же? Это самое. А? Ну, мы сейчас это самое, получим награду, там это самое, поговорим, вот. Бронежилет бы купить, а сколько у меня денег, у меня же так до сих пор по нулям. Охуенно, блядь, я не знаю, что делать. На самом деле, не смешно, я же никак не могу, чисто физически, вообще никак, блядь, не могу броник себе позволить, пока мне его кто-то не даст. Да нормально все с оружием, что тут такое, почему... А, метка-то сверху, я понял, так. Сейчас, пацаны, сейчас, так, ко всем загляну, со всеми пообщаюсь, со всеми поговорю, со всеми поздороваю за ручку. Все нормально, привет. Здорово, так. Сейчас со всеми с тобой поговорю. Привет. Дай денег. Каких-то, так, это такое характеристики посоветую. Подожди, в смысле? Я тебе раз ничего не принес? Че, серьезно, что ли? На всяких вообще всяких лучше, чем техник. Типа, блядь, сам пиздатый. Ну ладно, блядь. Хозяин барин. Понятно, блядь. Я же для тебя ничего не нашел, Громов. Извини меня, пожалуйста, братан. Я хотел себя получить награду. Что такое, блядь? Что за паника, блядь? Толчок приспичило, что ли? Так, ну-ка. Идем сюда. Я это самое, я тута. Привет, я тут, пришел, все. Все, пиздец. 10 тысяч! Спасибо! Вот, генерал Крылов. Не, вот, знал, что ты щедрый парень. Спасибо за награду, служу долгу. Так, я хотел бы быть солдатом долга. Вот теперь другой разговор. Мы верим в нашу победу. Подожди. Будь здоров. F6. Нет. Сейчас. Это как бы, пацаны, мне ради выгоды надо. Может, они тоже дадут сохранить игру? Перед долгом. Чё, рискнем? Что ты можешь мне предложить? Хорошие рассказали, сколько стоит. Что там лежит? Давай. Да? Дороже же я продам все равно. Так что там? Вольно, можешь отправиться. Никакого. Сообщаю всем отрядам. Нам удалось установить контроль на территории Агропрома. Счастливо. В данный момент также формируются отряды добровольцев для атаки свободы. Ближайшая цель — захват плацдарма на свалке. Да! Ради выгоды, ради броника! Генерал Крылов, спасибо большое, братан! Так, подожди, стоп! Проблема одна решена. А, нихуя себе, даже Гром не выдал. Слушай, ну неплохо. Вместо гадюки, да, можно ее юзать? Есть так, разговор. Короче, подожди. Что ты мне можешь предложить? Удачи так, тебе. Подожди. Уйти в совершенство. Так, что, где он сказал, там лежит?
тайник-то я, блядь, проебал этот момент. Вот это что ли? Блядь, я реально, подождите, стоп, сейчас историю сообщи, где он сказал? Так. Колода возле дерева. Колода возле дерева. Колода возле дерева. Колода возле дерева. Это под крестом. А колода возле дерева где? Блять, она должна быть рядом обычно, как обычно. Бля, нихуя далековато как. Ладно, надо это... Короче, ребят, я не знаю, зря ли я присоединился к долгу. Короче, в следующей серии пойдем заберем колоду вот это вот говно, блять. Поднесем этому, чтобы получить награду. И к сахару надо пиздохать, в принципе. Я не знаю, короче, ребят, это было, ну, как бы, если... Это была хуёвая идея вступать к долгу ради броника, как бы, то у меня есть сохранение, которое я сейчас это, сейчас я сохраню. Это сам, может быть, мне сахар там подгонят, например, что-нибудь после долга. То тогда нахуй, блядь, этот долг, тогда я не буду к ним вступать и... Так, сохранюсь. Короче, ребят, как лучше, продолжать с долгом или без и как бы получить как-то потом в дальнейшем броник по-другому, блядь. Не знаю, короче. Но в любом случае, ребят, в следующей серии... Есть разговор? Не-не, разговора нет, подожди, все нормально. Короче, ребят, на этом мы заканчиваем сегодняшнюю серию. Огромное спасибо всем за просмотр. Оценивайте видос, ставьте лайк, если вам нравится смотреть прохождение Сталкера на моем канале. Подписывайтесь на канал, если тут впервые. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Оставляйте ваши комментарии. До новых встреч, всем удачи и всем... Теперь необходимо получить контроль над дорогой на Темную долину. Внимание! На нейтральных сталкеров нападать воспрещается. Повторяю, нейтралов не трогать. До новых встреч, всем удачи и всем пока-пока.